Ankara, пункте пересекаются маршруты между Европой, Азией и Африкой, сближаются и сливаются культуры. 5000-летнее культурное наследие. На этих землях, которые приютили многие западные и восточные цивилизации, после распада Османской империи начато национально-освободительное движение и здесь создана столица Республики Турция. В любое время года вы сможете посещать музей города, являющийся мостом между прошлым и настоящим, и совершать приятный экскурс по истории. В городе есть много исторических и современных мечетей. Крыша мечети Хаджи-Байрам как будто защищает стену храма Августа и символизирует вековое сосуществование различных религий. Будучи в Анкаре, обязательно надо посещать исторические анкарские дома. Анкара – одна из ключевых остановок исторического шелкового пути. Постоялые дома, караван-сараи и традиционные рынки обеспечивали надежную доставку товаров и торговлю, облегчали путешествия. Исторические турецкие бани, хамам и минеральная вода – источники чистоты и здоровья. В этом университетском городе 5 крупных государственных и 10 частных университетов. Анкара – город искусства. Здесь круглый год вы сможете наслаждаться представлениями Государственного театра оперы и балета, постановками Государственного театра и частных театров, концертами Президентского симфонического оркестра, национальными и международными фестивалями. Еще одна яркая особенность Анкары – это охранники в исторической одежде «Сеймэнлер», которых можно увидеть в любом уголке города. В свете принципа Ататюрка «Здоровая мысль в здоровом теле» все учреждения организации стали инициаторами создания различных спортивных площадок. В Анкаре привлекают внимание парки и зеленое насаждение. Анкара расположена в центре различных туристических достопримечательностей. Анкара имеет удобный городской транспорт. Город имеет очень удобные воздушные, автодорожные и железнодорожные связи. Анкара занимает особое место в кулинарном искусстве Турции. Анкара – родина ангорской шерсти, которая может соревноваться с шелком шелкового пути, мягкого анкарского кролика, известной на весь мир симпатичной анкарской кошки. И именно здесь растет известный как цветок любви синий василек. Мелкие торговцы известны теплым приемом и угощениями. Эта традиция, которая не претерпела изменений за тысячи лет, исходит из братства Ахи. Братство Ахи. Ахи справедливый, зарабатывает честным трудом, щедрый, сердобольный, гостеприимный. Одним словом, он гуманист. Анкара, земляком, который добровольно стал Ататюрк, своей культурной базой является монументом мира, центром толерантности и культуры. Анкара своей историей и природными достопримечательностями, кухней и туризмом, сельским хозяйством и животноводством, политикой и спортом, искусством и человеческими ресурсами является столицей, вдохновляющей Турцию. 5000-летний рай Анкара – сердце Турции.